Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студий татуажа Риброуми и сети школ. Сейчас мы находимся в одной из наших студий в Краснодаре. Риброуми – это узкоспециализированная студия, которая делает только татуаж и обучает ему своих сотрудников и студентов. За счет узкого фокуса только на татуаже за 7 лет работы мы выполнили более 500 тысяч процедур и подготовили более 1000 мастеров. Наши мастера научились делать татуаж натуральным настолько, что даже довольные клиенты не всегда рекомендуют нас друзьям, ссылаясь на то, что никто же не знает, что у меня татуаж. В компании внедрена система лояльности, позволяющая обновлять процедуру татуажа за полцены. Мы не делим мастеров на своих и чужих. В нашей сети школ татуажа вместе с сотрудниками студии обучаются и коммерческие студенты. Более половины наших студентов – иностранцы. Приезжают из США, Канады, Австралии, Италии и многих стран Европы. Тренеры студии – это наши топ-мастера, которые имеют опыт работы более 4000 процедур. Я лично, как владелец, контролирую обучение и качество процедур. Студия оформлена по всем медицинским требованиям и имеет медлицензию. Все оборудование и инструменты стерильны, упаковка вскрывается при клиентах. Мы разработали собственную систему онлайн-записи, в которой цены меняются в зависимости от загрузки и востребованности мастеров. Это позволяет воспользоваться нашими услугами людям с разным доходом. Нами прописаны стандарты качества процедур. В рамках нашего отдела контроля качества внедрен рейтинг мастеров внутри компании. Более 10 тысяч отзывов о студии, и мы не удаляем негативные отзывы. Я лично контролирую каждый негативный комментарий. Нами созданы экспертные каналы на YouTube, и на них уже больше 35 тысяч подписчиков. Мы создали собственную CRM-систему и удаленный колл-центр, который перезвонит вам в течение 15 секунд после поступления заявки. Несмотря на всю серьезность нашей компании, мы поддерживаем внутри дружескую атмосферу и живое общение. Записаться на татуаж или узнать больше о курсах вы можете на нашем сайте Риброуми.